А вы, Николай, извините, почему добровольцем пошли? Почему пошел? Ну, не дождавшись призыва. Потому и пошел. Прелестно. Они нас хотят на испуг взять. Чем? Ха. Моноциклетками. 50 человек, 300 на моноциклет и лупит по шоссе. 300. А то 400. Трахтят, дым, треск. И прямо на тебя. Ну, тот, кто послабже, тот, конечно, пугался. А чего пугаться? Ха, моноциклетки. Я до войны моноциклет купить мечтал. А теперь? Теперь не мечтаешь? А? Теперь я моноциклет даром добуду. Ах ты, Колька, ты, Колька, ты, Колька, расторопный ты человек. Самый страшный был момент, когда меня первый раз ранили. Со страха, с непривычки. Вырвал, в общем. Смерть испугался, значит? Нет. Я не смерть. Нет. Обидно стало. Обидно. Что? Поиграем? Так не повидавши ничего. Не повидавши ничего. Ничего не повидавши.